Сегодня выходец из Грузии содержится в изоляторе временного содержания. Минувший понедельник, 23 июня, он был задержан в результате круглосуточного мониторинга участка границы тревожной группой. 30-летний гражданин кавказской страны объяснил свою попытку пересечь границу просто – хотел попасть в Германию. В ходе разбирательства выяснилось, что данный гражданин уже знаком был нам, поскольку уже предпринимал неоднократные попытки выезда официально через пункт пропуска железнодорожный Брест, однако был возвращен польской пограничной службой обратно в Республику Беларусь. Три его соотечественника после ряда неудач вернулись обратно на родину, а данный гражданин попытался пересечь госграницу уже вне официального пункта пропуска на участке пограничной заставы. Примечателен тот факт, что брестские пограничники задержали нарушителя с помощью системы интеллектуального видеонаблюдения. Она была установлена в конце 2012 года на участке пограничной заставы Брест имени Кижеватова. Сегодня гражданин Грузии находится в изоляторе временного содержания для дальнейшего разбирательства.